Приятное начало. Атакуйте выбранного противника, чтобы начать бой. Не хочу. Это не я. На тебе. Пора вставать. Ни хрена себе. А ты кто такой? Руки на стол. Ёкарный компот. Хорош. Несколько стадий, у него несколько. У него несколько фаз. А вот это да. На по лицу. Всем ку, меня зовут Алексей, канал Кутим. Honkai Star Rail. Специально по заявкам одного моего очень хорошего друга сказал: блин, Алексей, сидели, играли в настолки, никого не трогали. Он сказал: Алексей, ты, конечно, молодец, но вот, собственно, вот, все, что имеем. Honkai, Звездный поезд. Обновление, где тут играть? Хорошо. Так, английский, хорошо. Язык игры русский, язык озвучки английский. Хорошо, вперед! Вперед, интерфейс русский, на том спасибо. Следы... Да что ж такое? Что ж такое-то происходит, господа? Так, мы где-то в космосе. Мы на каком-то космическом... Приятное начало. А неприятное начало. Что это? Девчонка играет на скрипке виртуальной. Варнинг. Опасность. Возглавь эвакуацию быстро. Вперед! Вперед! Ой, осторожно! Кто? Кажется, я не вовремя. Нет, я думаю, ты не могла бы выбрать более подходящего момента. А хорошо, алло. Системное время 23:47. Ну, почти. Ты очень пунктуальна, Кафка. Это точно предсказывает будущее, так что это был за взрыв. Тоже часть этого его сценария. Ага, системное время, так, импульс от взрыва вызывает массовый отказ главной системы управления. Твоих рук дело, Кафка? Нет, это сделал легион антиматерии. Они полностью захватили космическую станцию 2 системных часа назад. Чух, Кафка. Так нам еще и с легионом драться? Не знаю. Элио ничего не говорил, так что это не имеет значения. Понятно, значит, с этого момента я буду отвечать за операцию. Принято. В этот раз ты мне дашь немного повеселиться, а то последние несколько операций прошли скучновато. Извини, но боюсь, что мало что могу для тебя сделать. Наша задача на этот раз просто правильно установить цель. Но если ты хочешь сама найти себе приключений, останавливать тебя не стану. Как-никак. В смысле как-никак? Ой. Как-никак. Сценария Элио этого нет. Тогда какая разница? Не понял. Ой. А, выбрать цель. Вправо, влево. Ю, это я могу. Оп. А в смысле, это пошаговая штука? Это... Оу. Так, выбери цель атаки противника справа. Хорошо. И взрыв. А это пошаговая штука, да? А, надо удержать, хорошо. Нельзя смотреть подробный формат. Используй навык на выбранном противнике. Да я без проблем. Ой, а бой окончен. Пошагово, значит, да? Хорошо. Мне просто сказали наподобие Геншина, на этом мои как бы... Так, используй спринт, чтобы двигаться быстрее. Так, это либо ПКМ, либо... А Shift тоже работает, отлично. F. Press F. История.
Контроллер. Алло. С каких пор легион антиматерии стал таким слабым? Нюх. Я не смогла привлечь больше, а ты хотела, чтобы сюда сбежался весь легион. Конечно. Такая кучка не сможет остановить экипаж Звездного Экспресса. Да-да-да. Расслабься. Зверь судного дня тоже здесь. Зверь судного дня. Уровень 2 легион. Здравствуйте. А можно я вас обойду? Я... Воу-воу-воу. Так, что... Подожди. Ёкарный компот. Экран. Напоминание о страховом возмещении в этом месяце. Пожалуйста, подайте онлайн заявку. Господи. Претензии не могут быть предъявлены. В следующих случаях отсутствие кода, космической станции, бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, очень-очень-очень познавательно. Уже... Разрушаемые предметы. Попробуйте разбить предметы, встречающиеся вам на пути. Возможно, вы сможете найти что-нибудь полезное. Закрыть. Их можно бить, предметы. Экран. Так, экран нельзя бить. Это я не знал, что их можно было бить. Вот сейчас вот все буду бить. И вот это буду бить. Так, ничего полезного, да? Блин. Так, ну, наверное, придется с тобой драться. Теперь противник находится в пределах достигаемости персонажа. Отлично. И что? Атакуйте выбранного противника, чтобы начать бой. Не хочу. Это не я. А почему вас так много? Персонаж обладает сильной сверхспособностью. Накопите энергию, чтобы использовать ее в бою. Это хорошо. Бой с противниками восстанавливает энергию. Отлично. Так, а что мне тут? Надо выбрать кого-то, да? А кто тут самый плохой? Так, вот этот... Тык. Вот это какой-то странный... Давай Е. Нельзя посмотреть подробную информацию. Да, на... Да, в смысле? А почему? Ну ладно, давай. Бой с противниками восстанавливает энергию. Удар в пустоту! Энергия заполнена, немедленно используй. В смысле, я же нажал единичку-то. Так. Использовать сверхспособность на всех противников. Пробел. Есть пробитие. Так, и все. Ой-ой-ой, нет, не все, не все, не все. А как ты это делаешь? Уборка за другими не входит в мои обязанности. Ой, это кто? Знаешь, Кавка? Ля какая. Ля какая. Да-да, куда ты его отправила, Серебряный Волк? По каким-то случайным координатам, неважно. Тебя волнует, где оказался этот рейнджер пустоты? Вовсе нет, просто я, как обычно, в восторге от твоей невообразимой техники. Всего лишь небольшая подтасовка данных реальности, я бы не называл ее невообразимой. На что ты сейчас так пристально смотрела? Дай-ка взглянуть. На что ты так пристально смотрела? Игрушки. Каталог с коллекцией редких предметов космической станции. У них много интересных штучек. Например, вот этот пистолет может оценить любое существо в прицеле от 0 до 100. Хорошо. Звучит так себе. Тебе не интересно, сколько бы ты получил очков? Я бы хотел узнать свой результат. Ладно, думаю, мы могли бы заскочить и поиграться с ним, если это не слишком далеко. Где находится наша цель? Иди по коридору за дверью серого. Там есть комната, в которой хранится какой-то редкий предмет. Хорошо. Так вот, где Стелларон. Стелларон. Ну-ну. Там-то, что поможет нам выяснить, где Стелларон. Кто такой Стелларон? Что такое Стелларон? История временно... Так. Волк временно вступает в отряд. Колесо быстрого доступа, тап, показать курсор, навигация, пи-пи-пи-пи-пи. Так, хорошо. Переключить на нового персонажа в отряде. Двоечек. О! 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 Так, хорошо.
Серебряный волк, давай. Я не вижу тут ничего, ничего не падает интересного с них. Так, тут сундуки какие-то еще были. Обычный сундук. Так. Ой. Ой. А я хочу еще раз нажать на G. Сундуки разбросаны по миру. Вы можете найти очень ценные вещи, исследуя мир и побеждая противников. Спасибо. Так, на второй этаж мне еще пока что нельзя. А так, хотелось, но не... Ой. Кредиты какие-то. Рис? Белковый рис? Боже мой, что это такое? Так, хорошо. Это я соберу. Быстрое прочтение. Смотреть. Собрать. А что куда мне надо-то? Так, здесь... А, эмблема космической станции. Герта, ты встречал ее раньше? Мне любопытно узнать о вкусах человека, который назвал в честь себя космическую станцию. Я не встречал ее вживую, хотя видела множество ее портретов. Как жаль. Так. Вот эту штуку же можно разбить, да нет? А нет. Все, сюда нельзя, все сюда нельзя, и меня ведут вон туда. Побежали. Встретись с серебряным волком и покиньте приемный центр. Покидаем приемный центр. Впереди центральная часть космической станции, так будет, там будет много рейнджеров пустоты легиона. А, хорошо, Кавка говорит. Кавка говорит хорошо. Ух ты ж! Один, из-за спины, потому что... Так, союзники и противники действуют в порядке очередности, согласно последовательности хода. То есть это я, он, я. Хорошо. На сверхспособность не влияет ограничение последовательности хода, ее можно использовать в любой момент. Спасибо. Хорошо. Так, мой ход. Ой-ой-ой, от нее. Да что ж ты такое делаешь? Энергия заполнена, используя сверхспособность. После активации сверхспособности ее можно использовать немедленно. Ослабление, пробел. Все, она сейчас его... Тетрис. Пробитие есть, пробитие, все. Обучение. Посмотрите, все открытое обучение. Посмотрите, все открытое обучение. Нажмите ТД, чтобы закрыть. Ну, нет, я хочу посмотреть. Левый альт, чтобы показывать курсор. А, отлично. Хорошо. Так, использование цели, это я знаю, порядок действий, сверхспособность, книги. Вы можете найти много читаемых предметов в своем путешествии. Потратьте некоторое время на их чтение, чтобы узнать о жизни людей и знаниях в других мирах. Хорошо, ну все. Так, это альт. Альт надо зажать. Хочешь что-то получить, зажми альт. Здесь вроде ничего нельзя убить. А жаль. Это не я, оно само. Руки на стол. Стой. Стой. Кто-то или что-то впереди. Ой, так вот, вы что, не видите, что ли? И сзади. Впереди и сзади. Похоже, мы попали в засаду. А на самом деле все наоборот. Мне нравится твой подход, Кавка. Понижение сопротивляемости. А как вы так сделали? Очки навыков — это боевой ресурс, который делится между всеми членами отряда. Хорошо. Переключиться на навык Е. А Е, я нажимаю Е, ну хорошо. Нельзя посмотреть подробно. Используйте очки. А, используйте навыки, расходуя очки... Так, стоп, сначала. Используйте навыки, расходуя очки навыков. Ну хорошо. Бум! Пробитие. Так, ага, сейчас они исчерпаны, хорошо. Без очков навыков нельзя использовать навыки персонажа, это я понял. Используйте базовую атаку, чтобы восстановить очки навыков отряда, хорошо. Бах! Все, минус один. Удар в пустоту. Бах! Дух! Вот про... Так, выполнить способность. Сменить навык влево-вправо, ну это вроде понятно. Так, одиночная атака. Да, давай. Общий урон. Так, а вот теперь. Я не нажал. Суперспособность, суперспособность.
Погнали. Ничего, скоро я сейчас привыкну. Сейчас я привыкну, и прям пальцы будут... Руки будут слушаться моих пальцев. Так, здесь не души. Эвакуацию выполнили впечатляюще. Интересно, Берта сама все организовала? Судя по логам, она не заходила сюда больше полугода. Эвакуацией руководила исполняющая обязанности ведущего исследователя девушка по имени Аста. Аста. А не знаю такую. Ах да, Эллио сказал, что мы не встретимся с Гертой. Кажется, ее действительно здесь нет. Так. Рук на стол! Так вот, где находится Стелларон. Что это? Сценарий Эллио не содержит никакой информации о местонахождении Стелларона. Значит, он предвидит, что в будущем мы найдем Стелларон не физическим путем. Эта космическая станция была набита необычными объектами. Я не удивлюсь, если найдется такой, который сможет это осуществить. Прятать одну диковину за другой диковиной. Это в стиле Герты. Полагаю, ты знаешь, что делать. В смысле, ты уже давно читаешь этот каталог. У меня есть вся нужная нам информация. Не хватает лишь одной маленькой хитрости. Помоги мне обследовать терминал в этой комнате. Наш объект может быть внутри. Хорошо. Тебе карты в руки. Так. Угу. Помоги обследовать... О, и карты. И на карте что-то есть. Бах-бах-бах. А нет, надо все-таки смотреть. Я не вижу устройства памяти для этого терминала. Это комната наблюдения. Должно быть, они удалили записи и сбежали. Классика. 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 Так, это мы разобьем. Это мы разобьем. Давай тут. Я вижу всю космическую станцию на экранах наблюдения, но Стелларона нигде не видно. Да если бы увидела, это наверняка была бы ловушка. Герта не выставляет свои коллекции на показ. Тогда пойди сюда, а то так мы ничего не найдем. Давай, давай, что там? Итак, у тебя появился гениальный план, я внимательно слушаю. Речь идет о прямом взломе системы наблюдения. Ага, ясно. Коллекции Герты не в системе, а значит, стоит поискать за ее пределами. Ой-ой-ой, так уже взломали, уже все взломано. Это не я, алло. Или это ты? Это ты или я? Просто грубо, но эффективно. Смотри, нашла. Нашла. Супер. Так, давай посмотрим, что ты там нашла. Так это карта. А что это, да? Это карта, но что это? Объект 211. Слепое пятно. Простое светоотражающее поле. Оно позволяет объекту в его поле оставаться незаметным. Но если другой объект перестает привлекать внимание, то этот объект раскрывается. Получается, Герта скрывает свою коллекцию за чем-то настолько простым? Самый простой трюк труднее всего обнаружить. Разве не так мы говорим? Согласен. Согласен. О, как ты это делаешь? Ты что там, дверь что ли нашла? Ой-ой-ой. Погнали. Странный объект номер два. В данных говорится, что это обычная голограмма, но у нее есть дополнительный слой. Давай посмотрим, не переживай. Умрем мы не здесь. Ну давай. Ах, вот значит как. Как интересно, что и следовало ожидать от члена общества гениев. Член общества гениев. Стелларон уже близко, давай поторопимся, давай. Что происходит? У него своя система безопасности, думаю, для, даже для Герты Стелларон. Необычная диковина. Так, и что? Можешь его достать? Конечно, могу. Конечно, даже гениальная Герта не может тягаться со мной во взломе. Хорошо, тогда и сосуд подготовь. Сосуд? Сосуд, Стелларон, что происходит вообще? Голыми руками. Сосуд готов. Твое решение. Я могу активировать сосуд Стелла и Келлос. Конечно, Стелла, Келлос. Мужик, ничего личного, честно. Честно. Так, сосуд не может быть изменен после подтверждения. Продолжить.
Так, ну я не знаю, какое имя. Сосуд. Я надеюсь, это не имя персонажа, я не буду... Да пофигу, ладно. Нажмите удерживайте для подтверждения. Кодовое имя для сосуда. Сосуд. Ну ладно. Мы делаем что-то... Ой. На 3D принтере напечатали ее. Как много она помнит. Ну, тебя-то вспомнит. На тебе! Пора вставать. Воу-воу-воу. Так, здравствуйте, девочки. Кафка. А, где я? Кто ты? Кафка? Кафка? Отлично, ты все еще помнишь меня. Да я знаю тебя минут уже сколько, 20. Может меньше. 15 точно знаю. Так, Серебряного Волка чуть меньше знаю. Так, послушай, в твоей голове сейчас хаос. Не понимаешь, кто ты, что здесь делаешь и что произойдет дальше. Я выгляжу знакомо, но ты все равно не знаешь, можно ли мне доверять. Ничего из этого не имеет значения. Тебе нужно лишь знать, что я ухожу. И ты останешься одна на этой космической станции. Так что отныне ты не будешь думать о своем прошлом или сомневаться в себе. Скоро ты столкнешься с опасностями, с различными трудностями, но и приятными, приятных событий впереди много. Встретишь единомышленников, которые станут для тебя семьей, и вы вместе отправитесь в такие приключения, что тебе не снились. В конце твоего пути все, что тебя тревожит, разрешится. Спасибо. Это то будущее, которое предвидел для тебя Элио. Тебе оно нравится? Ну, такой вопрос. А куда ты уходишь? К следующей остановке, чтобы продолжить путь к будущему, которое уже написано. Это как ткать парчу. Мы можем добавлять только одну золотую нить за раз. Но в итоге получится великолепный узор. Сколько времени тебе нужно? По сценарию скоро прибудет экипаж Звездного Экспресса. Мы не должны попасться им на глаза. Я знаю Серебряный Волк. Просто дай мне еще минутку. Мне пора идти. Послушай, не волнуйся. Очень скоро тебя найдут. Тебе лишь нужно пойти с ними. Ты ничего не вспомнишь, кроме меня. Кафка. Когда наступит момент сделать выбор, сделай тот, о котором ты точно не будешь жить. Я уже, возможно, жалею. Хорошо. Это типа персонажем я буду вот этим вот, я буду играть сосудом с именем Сосуд. Разве координаты пришли не с космической станции? Да какая разница, она здесь, и она жива. Или тебе кажется, что это кукла? Слабое сердцебиение и пульс. Март, попробуй сделать искусственное... О! Что? Я ведь не умею. Дань Хэн, лучше ты. Март и Дань Хэн, хорош целовать. Стой, погоди, она очнулась. Ага. Ага. С тобой все в порядке? Слышишь меня? Помнишь свое имя? Я ничего не помню. Понятно. Ой, это нехорошо. Можешь еще попробовать. Наверняка ты хотя бы свое имя помнишь. Без палева. Меня зовут Сосуд. Сосуд? Рад встрече. Меня зовут Дань Хэн. А это Март 7. Ну ладно. На эту космическую станцию напал Легион Антиматерии. Мы пришли помочь со спасением по просьбе ведущего исследователя Асты. Так. Куда мне идти? Возвращайся к главной контрольной зоне. Аста и другие исследователи уже собрались там. К тому же здесь и наш Звездный Экспресс. Не волнуйся, мы защитим тебя от монстров и приведем тут все в порядок. А кто такие? Мы с Дань Хэном, члены экипажа Звездного Экспресса. Спасибо. У Экспресса есть дела с госпожой Гертой, так что мы время от времени приезжаем на космическую станцию. Мы просто оказались тут во время этого вторжения. Конечно, как команда героев, мы будем рады протянуть руку помощи. Герои. Звездный Экспресс. Да, ты никогда не видел его? Экспресс приезжает сюда время от времени. Это уникальный поезд, который может путешествовать между звездами благодаря силе эона освоения. Я покажу, когда мы вернемся в главную контрольную зону. Пошли. Возвращайтесь вместе с Март. Хорошо. Связь с Орланом из отдела безопасности оборвалась где-то рядом. Мне нужно сначала найти его.
А, ну хорошо, береги себя. Играй за девчонку в кои-то веки. Сосуд. Может быть, тебе стоит взять это? Поскольку легион бушует на космической станции, словно стая волков, наша прогулка будет удовольствием не из приятных. Лучше, если ты сможешь защитить себя чем-нибудь. Это дубинка? Это дубинка. Это просто небольшой совет. Ты в безопасности, пока я рядом. Но-но. Так, посмотрите детали всех открытых персонажей. Так, удерживайте Alt, чтобы показать курсор. А, и хорошо, да-да-да. Сосуд. Я могу так, подробную информацию о персонажах можно посмотреть в меню персонажа. Хорошо, каждый персонаж имеет свой тип. Сосуд — это персонаж физического типа. Каждый персонаж имеет свой путь. Сосуд идет по пути разрушения. Хорошо. Выберите Март 7. Персонажи бывают разных типов и следуют разным путям. Узнайте о каждом персонаже на экране с подробностями. Подробности. Так, я уже на экране с подробностями. Световой конус. Так, хорошо. Мне пока. Пока мне сюда рано, вот сюда вот. Так, я забрал оружие. Просканировать якорь. Установить для всех. Хорошо. Исцеляющий. Это какой-то исцеляющий эффект. Так. Что я еще могу делать здесь? А все, наверное, больше ничего не могу. Больше ничего не могу. Так, осмотреть. Поскольку здесь еще не полностью убрали последствия вторжения легиона, сейчас выставлены не все диковины. Так, здесь полно всяких крутых штук. Это же коллекция Герты. Вот только не помню, зачем она столько сил тратит на поиски. Ведь они тут только пыль собирают. Ну-ну, ну-ну. Собрать. Собрать, прочитать. И погнали дальше. Контроллер. Так, посмотрите, что происходит снаружи. Так, а это что такое? А это типа у меня какие-то новые очки навыков появились, да? Это типа обучалка новая, а вот это что новое? Отлично, я вернулся. Уровень освоения 2. Меня здесь не было. А это легион антиматерии, значит эти сумасшедшие монстры уже добрались сюда. Дай-ка мне с ними разобраться. Да, конечно. Уязвимость. Но как я тут им... значок типа показывает тип уязвимости. Хорошо, это типа снежок, и у нее снежок. Хорошо. Белая полоса под типом уязвимости показывает настойкость противника. Хорошо. Используйте атаки, соответствующие типу уязвимости противника, чтобы понизить его стойкость. Пока понятно, выберите цель. Хорошо. Эта атака может истощить стойкость противника до нуля. Бух! Используйте ледяные атаки, чтобы инициировать пробитие уязвимости и вызвать у противника заморозку. Let's make it quick. О, теперь сосуд. А чего нет? Чего нет? А давай-ка Е. Так, так, так. Так, я выбрал Е, да? Вот так, да. А, хорош, просто правой кнопкой. А почему ты восстановился, мужик? Мы так не договаривались. Ой, ай. А, все, ликвидировался, да? Защита. А кого мы... Мы никого не будем защищать, мы будем нападать. Let's go. Слабенько как-то. Да вот так просто. Бах! Бой окончен, все. Пробитие уязвимости. Так, это мне надо сюда, значит, мы сюда в последний момент придем. Последний момент сюда придем, потому что тут еще, блядь, сколько всего есть. Посетитель не авторизован. Да что ж такое? Что же такое происходит? И сюда тоже нельзя. Эх, ну ладно. Всем здрасте. Ой, я там врагов вижу. Там справа враги.
И тут камушек какой-то. Итак, мы сядем в лифт на центральной платформе и спустимся на нем в главную контрольную зону. Ты знаешь дорогу? Я заметил, что ты не носишь форму персонала космической станции. Ты правда здесь работаешь? А я не помню. Память потерял, да, возможно, тебя ранили. Не бери в голову. Не буду спрашивать, если не хочешь об этом говорить. Я не помню. Пошли, я провожу тебя в безопасное место. Пойдем. Когда тебе говорят «я не помню», это значит лишь одно. Я не... Ой, сундучок. 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 Это значит, я не помню. Эх. Тип уязвимости. Противника можно просмотреть, приблизившись к ним. Ничего себе, у него от всего. Вступите в бой с атакой соответствующего типа уязвимости противника. Может заранее... так, вступление в бой с атакой соответствующего типа уязвимости противника может заранее снизить стойкость противника. А это я могу. Но... Со второй попытки. Ой. Вселенная небытие. Что? Что произошло? Сосуд становится приоритетной целью противника. Так, выберите навык. И сосуд, да. Милота! Броня. Так, а теперь щит отображается на внешней границе полосы ХП. Хорошо. А теперь. Ух, как тяжело, как тяжело. Так, ну давай, ладно. Так, минус один, да? А, нет, не минус один. Больно. При получении урона сначала будет понижаться значение щита. Хорошо. А ты сам... Ты сама дерешься, да? Так, истребление. А почему ты сама дерешься? Ай-яй-яй, больно. Мне весь щит почти за... Ну давай. А че, ну пусть, ладно. Они ее бьют, а мы ее лечим. Давай, до свидания. Так, минус один уже. Выбор цели. Слабаки. Ух, еще и пробитие. Ой, хорош. А там ответочка прилетает, да, значит? Да просто одиночная атака, давай. Ну все, мужик. Давай. А я суперспособности забываю нажимать. Ой-о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 й. Супер дубинка. Глянь, как светится. Так, первопроходец. Очень сильный персонаж, который следует по пути разрушения. И что дальше? Способности первопроходца предлагают два режима атаки. Атака по одной цели, атака по многим целям. Одиночная цель. Ох, на тебе. Так, а тут все. Атака по площади. Ух. Руки на стол. Зайчики? Ледяные зайчики, серьезно? Щит же. Хорошо. Щит принимает на себя урон вместо ХП. Хорошо. Закрыть, хорошо, хорошо. А куда мне надо? Я что-то потерялся, куда мне идут? А, пространственный якорь. Хорошо, восстановить ХП для... Да у меня тут даже не поранили меня. Сундучок заберем. Так, там враги меня не видят. Вот это я разломаю, тут соберу. Погнали вниз. Ах, я так и знала. Лифт сломали. Сломался. Но это была не я, должно быть легион. Антиматерий сломал его. Жаль, что Дань Хана здесь нет. Он как ходячий энциклопедия, знает массу сложных вещей. Может, даже лифты ремонтировать умеет. Такого я не умею. Он с нами.
А почему ты здесь? Я как-то сюда добрался раньше нас. Я выбрал другой путь на верхний уровень и увидел вас оттуда. Орлан в комнате наблюдения. Он ранен, но не смертельно. Ты нашел его, а он знает, как пользоваться этим лифтом. Я полагаю, как глава отдела безопасности он должен знать. Тогда пойдем поговорим с ним. Ух ты, Дайхен новая охота, охотник какой-то. Отряд. Открой мне отряд. Так, отряд. И добавь сюда персонажа, хорошо. Хорошо, добавил. А сколько тут вообще? Это, наверное, отряды все-таки. 4 человека в одном отряде, может быть. Так, хорошо. Откройте меню персонажа. По персонажа выберите. Повысить уровень. А что я нажал? Ну ладно, хорошо. Уровень повышен до 4. Так. А вот кого-нибудь там я вот это вот могу повысить. А что я тут нажал? Повысить уровень. Тоже до 4. А я еще так могу нажать? Не могу. Значит, у меня были какие-то книжки, я что-то там мог улучшить. Где? Куда? Куда идти? Где вы тут есть? Алло. Вот сюда, да? Техника. Особый навык, который может пригодиться при исследовании миссии. Техника — это особая способность, используемая для исследований. Е-е-е. Вот это да! Заморозка. Техника Март 7 может наложить статус заморозка на случайного противника, когда начнется битва. Нормуськин. Так, одиночная атака и... Нет, давай вот так. Северный ветер. Пробитие есть. Северный ветер. И... А тут что тут у тебя? Тут что? А давай, ладно. Let's go. Взрыв! Бах! На, кровотечение, пробитие. Выбраться. Так, разморозка снята, но это не поможет тебе. До свидания. Пробитие. Хорош. Так, а кого тебе убить-то? А я его не добил. Так и снова прорыв. Ух. А он сам взорвался. Так, инстинкт вора. Инстинкт вора. Он мне нравится, знаете? А знаете, мне нравится. Куда тут? Стоп. Вот сюда, да. Смотрю на карту, непонятно ничего. Так, здравствуйте. А это ты раненый, да, коллега? Так, вы вместе? Ага, мы из Звездного Экспресса. О, госпожа Грета прислала вас на помощь? Просто так совпало, нам нужно доставить редкую реликвию, после которой поручил нам Герта. Мы не ожидали, что прибудем во время вторжения. Почему Легион Антиматерии нацелился на вас, ребята? Кажется, они просто проигнорировали поверхность планеты и сразу же набросились на космическую станцию. Я понятия не имею. Легион пришел в очень подозрительное время. Почти сразу после того, как внезапно вышла из строя система безопасности. Госпожа, ведущий исследователь Аста немедленно начал организовывать эвакуацию. Я должен был прикрывать всех, пока они будут эвакуироваться, но провалил задание. Не вини себя, у тебя ранена рука и нога, поэтому спрятаться здесь, чтобы не драться с Легионом, мудрое решение. Большая часть персонала уже эвакуировалась, поэтому сейчас ваша основная задача вернуться в главную контрольную зону и составить план контратаки. Итак, ты умеешь пользоваться лифтом? Я не смогла его запустить. После эвакуации лифты отключились, чтобы Легион не попал в главную контрольную зону. Спасибо. Поскольку госпожа Аста послала вас искать меня, я предполагаю, что она дала вам ключ шифрования для доступа к лифтовой системе. Ах да, она дала мне какую-то карту. Красава. Март 7, это ключ. Ключ для лифта. Ну куда я ее положила? Ну да. Ты... У тебя нет карманов? Руки на стол, ребят. Ах, вот же он. Хорошо, что мы не видим, откуда она ее достала. О боже мой, а он видел. Вот мы не видели, а он видел. Так, что здесь у нас? Здесь... Что? Экран.
Погнали. Так мы этого Каличного взяли с собой или нет? Пойдем. Подожди, я активировал лифт только на верхнем этаже. Теперь нам нужно туда добраться. Ну почему? Это же далеко. Да хорошо. Извини, эта космическая станция была доведена... доверена госпоже Асти, госпоже Герте. Безопасность главной контрольной зоны и персонала превыше всего. Поэтому придется вам идти в обход. Прошу прощения. Что? Не пойдешь с нами? Я ранен, буду лишь обузой. Останусь здесь, отключу лифт, как только вы доберетесь до главной контрольной зоны. Ты не будешь обузой, а лифт можно отключить из главной контрольной зоны, верно? Согласен, сосуд и я добрались сюда без проблем. Сосуд. А теперь я и Дань Хэн с нами. Нас более чем достаточно, чтобы защитить тебя. Мы справимся с легионом антиматерии. А ты просто иди за нами и постарайся не погибнуть. Доверься нам. Можешь опереться на меня. Ох, как мило. Спасибо. Так, следы. Повышайте уровень. Следы. Хорошо. Так, активация следов позволит усилить способности персонажа. Хорошо? Так, мне кажется, что Март 7 это какой-то проходной герой, а вот сосуд... Сосуд это сосуд. Активировать. Что тут еще? Бессмертный третий удар. Использование техники немедленно восстанавливает 15 союзников. Да, не понял. А это уже выучено, да? Достигнут максимальный... Это все выучено. Понял, принял, хорошо. Ничего мы тут не выучим нового. Так, активировать. Давай-ка, ну-ка, пространственный. Нет, он чисто символически с нами, но он не в команде. Он с нами, но мы без него. Да! Уязвимость. Ух! Так, один ночной атак какие? Один ночной атак как... Ну давай, ладно. А кого? Вот эти... Стой, вот этих надо. Критическое пробитие есть. Отлично. Так, ты кто у нас? Снежиночка. Тоже добивайте. Все, минус один. Так, а вот ты будешь. Ты будешь бить больно. Вот так. Не-не-не. Клиночек охотничий против меня. Один. Все, ребят. Ничего не знаю. Ух, на тебе битой. Так у меня будет сейчас эффект. Одиночная атака. А бой окончен. Все, я победил. Сосуд победил. Тукс. Так, а я могу... Вот, это сосуд. Такая серенькая, непонятная мышечка. Которую непонятно из чего слепили, из того, что... А что это? Ага, это ХП типа восстановил, да? Может и тут можно почему-то ударить? Нет, ну ладно. Бегом, побежали. Отталкивающий мост отключили. Сейчас починим. Бах! Так, еще один враг там за дверью. Так, стоп, где ты? Иди сюда. Вот, хорош. Эх, наверное, мимо я что-то использовал. Не то использовал. Так, что ж ты меня выбрал цели-то, алё? Так, а мне надо вот это убить. Есть побитие. Так. Слушай, у них другие значки. У них другие значки, по-любому другие значки. А можно... Тогда саму себя защищай. Сила милоты. 200. Так, а ты давай взрывная! До свидания. Троечка. У нас суперсила. Так, что ты умеешь делать? Одиночная атака пробел. Ух! А все, да. Победа. Кредиты, нам дали кредит. Кредит на квартиру повесили на нас. Убили босса. А что вы думаете, у врагов что ли нет? Ой, там карточка как... Там карта... Это не я. Эй, блестящие штуки, это световые конусы. Я думал, такая редкость, только
у корпорации Межзвездного мира. Нет, световые конусы — это технология сада воспоминаний. Она позволяет носить с собой воспоминания. Очень мощные усилители. Слышал, что корпорация много заплатила за право на их использование. Но я понятия не имею, как Герти удалось заполучить их себе. Они были приобретены законным путем. Это все, что я могу сказать. Возьмите, они очень пригодятся в бою. Возьмите. То есть мы взяли какую-то штуку. Нажмите, что-то хорошо. Действует только для персонажа пути разрушения. Я хочу, как это применить-то? Ага, вот как это применить. Световой конус. Так. Хорошо, 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 да. Экипировать, экипировать. А повысить уровень? Ну да, ну да. Ну да, ну да, пошел я нафиг. Это очень дорогая история. Найте, забирайте. Госпожа будет не против. Так, давайте тут посмотрим, что тут есть. Я не зря сюда зашел. Получен опыт освоения. Мы уже почти на месте. А что это за камушки такие? Мы уже добрались до лифта. Было не так уж много монстров. Не, ага. Накаркаешь сейчас. Ух. Ни хрена себе. Ни хрена себе. А ты кто такой? Конь, ты кто? Так, ну первым делом. Ледниковый каскад. Атака по площади. Руки на стол. По-моему, как-то мило. Как-то мимо. А это босс какой-то, да? Нет? За что? А почему? Сосуд становится целью противника, который готовит провести мощную заряженную атаку. А яд что? Используй навык. Используй навык, хорошо. А, ну хорошо. Так, используйте режим просмотра, чтобы увидеть подробности подробные характеристики ЦЦ. Так, это не мои. Нажмите, чтобы посмотреть информацию о противниках. Так, меня интересует вот этот хрен. Рейнджер пустоты. Подавитель третьего уровня. Так, продукт легиона. Антиматерия, использующего кузню войны для переделки объединения станков, павших воинов и левиафанов. Статус противника тут, наверное, есть что-то. Тут что-нибудь есть, навыки. Конец лука. С восклицательным знаком. Хорошо, я понял. Конец лука, хорошо. Да вот. Вот так. Где тут? Не! Статус разморозка снят. Ауч. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас. Ответочка прилетит. Подожди. Так, опять. Я сейчас АОЕ буду атаковать. Тупо АОЕ. Бух! Так, я надеюсь, эти двое ушли. Хорошо. Одиночная атака. Есть пробитие, нет пробития. Ух ты ж. Хорошо. Что ты делаешь? Уй, дурачок. Защиту еще раз. Еще раз защиту. Так, одиночная атака. Мне, наверное, нет смысла как бы... так, одиночная... Бля, это больше. Проливной дождь. Хорош. У него еще нога какая-то подбита. Виртуальная протекция. Нате ответочку, чтоб не бил никого. Чтоб по мелке тоже прилетает. На еще раз. Каскад. Каскад. Ой, наверное, зря. Наверное, зря. Зайчик, наверное, зря напустил. Ни к чему. Так. А что? Так, хорошо. А теперь защита. Давай сама на себя. А то он тебя бьет, а у тебя тоже мало хпшечек. Let's go! Вот тут-то сейчас на тебе, пробитие!
А вот это... Вот это все, это, по-моему, финал. А нет, не финал. Три! Забываю, забываю. Проткни его своей пикой. Фу, слабенько. 136 урона. Так, одиночество. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай битой, битой. Давай сначала битой, а потом стрелой. Одиночная атака. Все. Непонятный конь улетел. Вторая фаза. А чё ты орёшь? О, я тут не договаривался. Эй, неудачники, вы не сможете накидываться на нас толпой. А что это? Мне нравится. А почему так сразу нельзя было? И почему каждый раз так весело выходит? Ну, вернулись, и ладно. Март, Даньхэнь, вы через многое прошли, Химеко. Фу, Химеко, почему ты так долго? Последняя группа Легиона Антиматерии налетела на нас, словно сранча. Ты когда-нибудь пробовал стрелять из лука по сранче? Я бы не смогла никак повлиять на ситуацию. Моя орбитальная пушка способна разом уничтожить целую толпу врагов. Но нельзя ведь просто так взорвать всю космическую станцию. Герти бы это не очень понравилось. Ты в порядке? Орлан, Аста беспокоилась о тебе. Все процарапин, но я в порядке. Я немедленно доложу ситуацию ведущему исследованию Асте. Пока, пока. Давай, давай, удачи, маленький. А, привет, приятно познакомиться. Я химико-навигатор Звездного Экспресса. Другими словами, она отвечает за то, куда направляется экспресс. Марти, не надоело тебе по дороге сюда? Да, сосуд. Хорошенько подумай, прежде чем отвечать. Никогда не видел таких энергичных девушек. Более безрассудной девушки, так. В таком случае лучше не отвечать. Никогда не видел таких энергичных девушек. Ну-ну. Это же восторг молодости, мы должны энергично шагать вперед. Она проницательна, правда же, Даньхэн? У меня есть право хранить молчание. Ха-ха-ха, похоже, вы уже подружились. Пойдемте, Аста волновалась за всех вас. Так, и куда? Химек пробный, временно вступает в отряд. А что значит пробный? А, значит пробный. Что значит пробный? Так, я хочу вот эту хпшечку всем восстановить. Восьмой уровень, не? И куда мне тут надо? Куда? О, здравствуйте. А вот и мы. Радиолокационное отслеживание снарядов в норме. Частота сигнала от телеметрии необычно высока. Поддерживать на нормальном уровне. Наши измерения предсказывают, что Легион вот-вот обрушит более 10 волн непрерывных атак. Всем приготовиться. Аста, мы вернулись. Я рад, что с вами все в порядке. Орлан рассказал мне о ситуации в зоне хранения своей травмы. Спасибо за вашу помощь. Во время бедствия я все больше и больше понимаю, что исследование космических станций является ее самым ценным ресурсом. Увы, мы были плохо подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям и игнорировали развитие наших охранных и боевых отделов. С другой стороны, весь экипаж Звездного Экспресса выглядит необычно опытным. Какова текущая ситуация на станции? Пока все под контролем. Повреждение нашей системы безопасности было незначительным. Захватчикам удалось лишь изменить небольшой объем данных, поэтому это было легко исправить. Главная угроза в исследователях. Они полностью доверяют госпоже Герти и не ожидают, что космическая станция будет атакована Легионом. Сломанный дух намного хуже сломанного тела. Давайте поговорим с исследователями. В такие времена мы не можем допустить происшествия на космической станции. Ты пытался связаться с Гертой? Я отправил несколько писем, ни на одно не было ответа. Ты знаешь ее, Химека. Космическая станция всего лишь склад для последователей и диковин. И на самом деле все равно. Это я знаю, но ничего. Я тоже отправлю письмо Герте и скажу ей, что мы достали диковину, которую она ищет. Надеюсь, хотя бы это сможет ее заинтересовать. Это бы весьма помогло. Прыжок. Какой прыжок? Так, удерживаюсь. Так, хорошо, прыжок. Куда прыжок? С помощью прыжков можно получить персонажей и световые конусы. Хорошо, давай прыжок. Так, сейчас что-то получим. Главное, чтобы по лицу не получили. Заяц. Заяц. Оу, Аста. Новая гармония.
4-звездочную асту получил, хорошо. А еще? А недостаточно предмета звездный пропуск. Потратить предмет звездный нефрит 160, чтобы... Да я не знаю, что это такое. Так, прыжок. Прыжок. А что-то незаменимое. 5-звездочная. Нету. А это, наверное... А это что такое? Звездный нефрит. Сущность древних... Нет, пока ничего не меняем. Пока ничего ни на что не меняем. Так, а что мне надо поговорить? Успокойте следователей. Так, давайте. Если бы я только заметил легион антиматерии раньше. Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Мне совсем не больно, правда, я уже привык. На самом деле я должен гордиться этим, ведь это знак того, что я могу всех защитить. Только не говори ведущему исследования Асти. Как космическая станция. Мы не смогли спасти нескольких исследователей. Остальные в порядке, в основном легкие травмы. Но меня беспокоит их психологическое состояние. Большинство из них прибыли на космическую станцию, потому что восхищались госпожей Гертой. Но теперь они не смогут связаться с ней или даже со своими семьями. Я лишь надеюсь, что все они могут пережить этот кризис. Что ты думаешь об Асте? В первую очередь, в первую нашу встречу ведущий исследователь Аста показалась мне леди из богатой семьи, владельца большой компании. Она была добра ко мне, поэтому, когда отправились на космическую станцию, я последовал за ней. Я мало разбираюсь в исследованиях, но я рад, что могу защищать этих людей, пока они работают. Ладно. Надеюсь, этот хаос скоро закончится. Полученный предмет. Стрелы Янтарь Хор. Хор. Так. Ту-ту-ту-ту-тум. Ту-ту-тум. Еще кого-то надо успокоить. А, вон там, наверное. Ну ладно, мужик, давай. Привет, Авраам. Нужно уходить, нужно уносить ноги из этого покинутого... Нет, это невозможно. Я могу бежать от вчерашнего дня, я могу бежать от сегодняшнего дня, но завтра всегда будет на шаг впереди. Вот только посмотрите, терминал обнаружения препятствий зафиксировал очень много атак. А в следующий будет 142. Да хорошо, ладно. Текст подсказывает, что когда я увижу это безнадежное, прекрасное циклическое число, оно будет означать... Поэтический конец моего жизненного цикла. Мы все умрем, но еще все наладится. Вот только твердят. Это не всегда будет так плохо. Отрицательное, положительное. Отрицательное из отрицательного — это положительное. Мы все умрем, но не сегодня. Как проницательно, да конечно. Чем ближе становишься к смерти, тем больше ценишь жизнь. У меня поднялось настроение, спасибо. У тебя доброе сердце. Да не за что. А кого там еще? Кому там еще надо плечо подставить? У меня теперь тут боевая подруга. Так, хорошо, бежим, 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 бежим. Так, 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 так. У тебя тоже проблема? Хинкель. Дави на рычаг, Альфред. Прости, прости, я обознался. Дави на рычаг. Разреши мне помочь. Большое спасибо. Мы проводим некоторые предварительные тестирования спутникового дистанционного зондирования. Я буду удерживать кнопку, чтобы следить за сигналом. А ты нажми на рычаг управления, как я уже говорила. Но сначала поговорим об управлении. Вверх — спектр гамма. Вниз — фильтр. Влево — опорный уровень. Вправо — аттенюат. Так, спектрограмма, фильтр, опорный, аттенюатор. Хорошо. Наше предварительное тестирование состоит из трех этапов включения спектра драмы. Так. Хорошо. Довольно много. Ты все запомнила? Можешь повторить? Не волнуйся, я повторю. Вверх для спектрограммы, вниз фильтра, опорный уровень. Так. Хорошо, я человек простой, я записываю. Записываю! Так, хорошо. Хорошо, я почти готов. Я почти готов. Да, все. Спектрограмма — это вверх, вправо и фильтр вниз, да? Да, да. Вроде бы да. Все, хорошо. Готово? 1, 2, 3. Фильтр вниз. Последний вниз. Хорошо. Чудесно, спасибо. Фух. Ты мне очень помогла. Исследователь, изначально ответственный за это, Альфред, совсем недавно был в зоне хранения и не вернулся. Он был другом Авраама. Не знаю, как ему об этом сказать. Ох. Сейчас приоритет сохранить космическую станцию и сосредоточиться на текущей работе.
все помог. Так, открой журнал путешествий. Получить. За первый день звездный пропуск. Так, у меня теперь тут можно где-то принять. Что тут? Это все не то. А где там можно было пропуск-то куда-то вставить? Световой конус. Экипировать. Ой. Ой-ой-ой, сколько тут всего нового-то у меня. Пробный, все это пробный. Так, опять к начальнику. Идем к начальнику, говорим, что все нормально. Ой, нет, не все. Ёкарный компот. Так, кто был босс? А это супер-мега-босс. Ой, это дракон. Вы, ребята, садитесь на экспресс. Я останусь. Но, никаких но. Пойдем. Пойдем. Оборонительный щит зоны поддержки долго не продержится. Нужно поторопиться. Хорошо. Я сам здесь, вы должны защитить. Вы поторопитесь. Мы потеряли связь. Думаете вернуться? Напомню, это зверь судного дня, разрушитель планет Легиона. Это космическая станция творения Герты. Пока лорд-опустошитель не вмешивается, проблем возникнуть не должно. Но мы не можем просто так сбежать, верно? Зверь судного дня может сорвать оборонный щит, словно бумагу. Герта здесь нет. Защита станции слишком слаба, чтобы противостоять Легиону Антиматерии. Как бы то ни было, Легион получил благословение Эона Нанука. Они пришли подготовленными, а мы нет. Вот почему мы должны уйти, и сосуд пойдет с нами. Сосуд пойдет с нами. Сосуд? Она настолько важна. Она та, кто поможет нам переломить ход событий. Конечно, я могу ошибаться. Сосуд, это в смысле сосуд или имя сосуд? Как скажете, хорошо, что дальше. Это зона поддержки, где работает ремонтная бригада. Здесь есть путь, ведущий к перрону. Пойдем туда и встретимся с Вельтом. Господин Янг тоже здесь? Разве он не остался на экспрессе? Звездный экспресс отслеживает наши координаты в режиме реального времени. Такими огромными изменениями в движениях космической станции господин Янг никогда не мог это не заметить. Я почти уверен, что ваш господин Янг уже в пути. Если бы это был только зверь судного дня, мы бы могли сами с ним справиться. Но если появится эманатор разрушения... Что? Что? Эманатор разрушения? Давайте сначала соберемся оттуда, а потом я все объясню. Согласен. Так. И тут почему-то сразу появилось... Ух ты ж. Вот эту штуку я разобью. Тут подлечить кого надо, подлечу. И вот эту штуку тоже с другой стороны разобью. Так, и тут кто там? Как там его вообще? Ходьба. Так. Все. Хорошее начало. Ой, нет, стоп. Хорош. Уязвимость. Пробил. Есть пробитие. Ой. Так. Может выполнять бонус атаки в бою. Пробитие уязвимости химека копит заряд. Хорошо. Так. У меня одиночный, да, заряд? У меня одиночный. Давай по нему. Хорош. Так, ты у меня что делаешь? А на ком там? Вот ее защити. Защищаем. Так, одиночная атака и взрыв. И сразу взрыв. Дух, до свидания. 10-20. На тебе. Ход противника. Пока вроде ничего не пропускаю, да? Взрыв. Взрыв, взрыв, взрыв. Одиночная атака. Статус разморозка снят. Да, хорош бить-то по мне. Так, одиночная атака. А кого-то убить-то? Давай, ладно, вот этого. Не добил, ай-яй-яй. Так, опять девочку вот эту рыжую. Лечим рыжую. Let's go. Так, а ты будешь бить вот так. Получается. В надежде, что вон ту крайнюю штуку мы сломаем. Так, 3. Достигнут. Четверочка. А, вот она.
И что, не добили, что ли? Серьезно? Ну, вообще, косяк. Косяк. Каскад. Руки на стол. Так. Одиночный. И не одиночный, не один. Бух. Есть. А ты вообще у нас замороженный. Отморожек. Хорошо, будет закончен. Супер. Да. Что, нет? Нет? Все еще нет? Так, что у нас там по таймингу? 1:10. Ну ладно. Вход вон там, как нам до него добраться? Пешком. Так, а ты живой или нет? А это он спал, а я его разбудил. Ну, сорян. Небесное пламя. Руки на стол. Ой, наверное, я... Ой, выбор цели. Давай мы этого добьем, чтоб не мучился. Добьем его. Все, мы его добили, он не мучается, все. Так, а теперь все просто простенько. А, давай. Да, хорош. Чик-чик. Есть пробитие, хорош. Победа. Быстренько мы тут. Только ты... Мне ж сюда надо? Куда мне надо? А, я не сюда, да? Мне надо было не так проходить. Бывает. А или сюда? А, нет, все правильно, мне сюда. Вот какой-то терминальчик, надо кнопочку нажать, чтобы... Чтобы что-то произошло. Что происходит? О. Ну окей. Окей. Понял, принял. Вон там какая-то штука. А, это там враг тоже, это враг. Я уже понимаю, кто это враг. Сейчас мы с этого драться будем. Сюк. Теперь вот так, да. Ой. Уязвимость, хорош. Вот это начало. Так хоть кого-нибудь добиваю же. Тут все равно кого добивать их. Так, а ты вот так. Супер, просто лучшая комба. Сундучок забрали. Что ж это такое? Так, активирован якорь. Установить для всех. Но меня тут даже не побили-то они. Так, там коняшка какой-то. Сильный противник. Секундочку. Давайте. А чего нет-то? Экипировать. Так, а нет, хорошо, стоп. Это мне надо для кого? Пробный, новое. Все отлично. Экипировать. Повышает защиту владельца. Экипировать. И сюда. А на пробного мы не будем ничего вешать, потому что нефиг на пробного вешать что-то. Он же все равно пробный. Так, и уровень. Давайте попробуем повысить уровень. Я не знаю, есть тут. Так, стоп. А какой-то это март. А где тут основной наш? Это где этот? Так, да. 8-й? 8-й уровень, все правильно, отлично, хорошо, это я уже понял. Так, стоп, я, может, стой, подожди! А нет, уязвимость, нормально, пробить, есть пробитие. Так, одиночная атака.
Зачем это дубинка? Звездная дубинка. Электрическая дубинка. Готовьтесь. Готовьтесь, жопе. Да вот так и будем бить. Хорош. Да-да-да-да-да. У кого там слабость? Против снежка. Победный рывок. А я, мне нравится, когда ты так делаешь сама. А ты что такая самостоятельная? Так. Я второго добил? Я добил? Я вот этого не добил, я не добил. Да что ж такое? Ты что дерешь? Что ж ты дерешься? Что же ты дерешься? Бах! Так, ой-ой-ой-ой-ой! Чё так больно-то? Так, один минусанулся, хорошо. Обычная атака. Обычная атака. Так, а ты... стой, а ты защитку давай. И кого защит? А всем сама себя! Сама себя защити! Давай. По области. Так, и тут взрыв, и тут взрыв, и тут взрыв, и там взрыв. А я не понял, или не, это не взрыв был? Он какой-то супер-мега удар готовит, походу. Конец лука. Связывание. Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. Небесное пламя давай. Давай небесное пламя. Надо его добивать. У меня как-то очень мало хп осталось. Сто? Сто? Это все? Это как-то несерьезно. Слушай, ее надо лечить как-то. Так, ее надо лечить, а вы давайте копите баллы. Давай. Это мало урона, но все равно это лучше, чем ничего. А нет, пробитие, хорош. Шанс. Это шанс. Электродубинки по лицу, вот это шанс. Давай. Блин. Пробитие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слушай, а что-то как-то больно. Давай-ка ты защити кого-нибудь. Да, кого ты будешь защищать? Вот его ты будешь защищать. А чё нет-то? Больно, 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 больно. Ну, давайте, ладно, взрыв. Давай, давай. Я надеюсь, мы его добьем. Никто не сдохнет у нас. Ах ты ж. Ай-яй-яй. Да что ж ты такое делаешь? Алло. На себя. Взрыв. У нас где-то 25% ему осталось хп. Конец лука. Тьфу!
Да погнали, а так мы не договаривались. Мы так не договаривались. Ну давай, давай. Защиты нельзя делать. Вот это косяк, вообще косяк. Я очень хочу его добить. Попить, а хорош! Победный рывок, вот это да, отлично. Это мой шанс. Хорош. Сильный противник поврежден. Роскошный сундук. Пустота, отлично. И вот тут еще хилочка где-то была, по-моему. Восстановить. Хорош, просто. Просто хорош. Да, мы немножко из... Ой, мы немножко из графика вышли, но ничего страшного, ничего страшного. А где там это? Вот этот пень. Да, хорошо. Да ударь ты его! Мы сейчас с сильным боссом бились, так что вы это вообще фигня. Выбор цели. Пацана назвали целью следующей. Так, а в каком формате мы будем вас... Или так? Или так? Ну давай так! Сразу минус 2. Победный рывок, а чего нет-то? 4, давай, 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 давай. Хорош. До свидания. Ой, как классно. Так, они начинают так, а лучше на всякий. Хорош. Ну, этого, а... Так, а ты, друг, на концовочку у нас тут. Ой, а зачем я на тебя смотрю? Зачем я на тебя смотрю? Зайц, тебя не добили. Серьезно? Ну, надо тебя тогда с дубинки по лицу. Так. Хорош, 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 хорош. Что мы видим? Еще 2 боя нам надо провести. Уязвимость. Сразу 2 или 1? Ух ты, шо, воу-воу-воу-воу. Вот это напористость. Так, выбор цели, девчонка с дубинкой. Есть пробитие. Уэх. Так. Лед. Лед у нас есть. А тут надо бить прям по лицу, вот так. Хорош. Блин, и тут надо сразу 2 бить, пока они спят. Блин, не добил, неужели не добил? Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет, все, все на... А, вторая волна, все правильно, я помню про вас. Так, ну я даже не знаю, кого тут. Захватчик, уничтожите, как вас тут много. Мне баллы пригодятся. Бал-то пригодятся. Ох ты ж. Надо, наверное, было защищаться. Да что ж такое. Это я, блин, 5 волн выдержу. Нет, не 5 волн выдержу. 5 волн я не выдержу, не выдержу. Поэтому у нас электродубинка. Который мы даем в формате АОЕ. Вот так. Победный рывок. Отлично, отлично. Так. И теперь. И теперь вот так.
Одиночная атака либо взрыв. Взрыв либо одиночная атака. Взрыв! Так, минус один. Я, кстати, еще, может, выживу даже в этой истории. А, я выживу в этой истории, все. Все, я выживу, все, выжил. Хорош. Так, из плохого у меня мало хп. Мне тут что-то предлагают взять. Что-то предложили взять. Ну, дают, бери. Так, там какая-то большая... какая-то большая зала там. Тоже все соберем. Соберем. Контроллер. Серьезно. Лимит очков техники. Что бы это ни значило. Экспресса здесь нет, он должен быть рядом. Полностью восстановление. А, хорошо, уже есть восстановление полностью. Сейчас будем бегать, кажется. А может он подлетит сейчас, экспресс? Подожди. Ёкарный компот. Зверь судного дня. Он правда здесь. Эй, не спускайся. Так что мы будем его бить, что ли? Серьезно, все быть на чеку. А что, тот босс был не босс? Понятно, то это была так, фигня. Разминочка, подготовочка. Так. 17 урон всего это. Так, упавший призрачный мозг. Вторая атака. Первая АОЕ, вторая не АОЕ. Понятненько. Первая АОЕ. Так, ну что, стоп. Мы знаем, что надо бить вот сюда его. Почему вот так надо бить? Сразу. Минус пробивание, минус все, чтобы желания не было. Вот сюда, сразу в эту же руку. Минус рука. А нет, минус половина руки. Так, ну ладно, хорошо. Я, давайте по принципу. Защиточка. Не, ну вот. На самую, на сосуд. Сила милоты, да. Может и неправильно, может я что-то... Так, а надо взрыв, значит. Музыка какая, ух. Ой-ой, что ты делаешь? Усиление? Усиление? Так. Хорошо, седьмой уровень. А, ну давайте. Ай-яй-яй. На, получайся. Пробитие есть еще. Отлично. А еще вот так. Еще ледик. Ледик! Нет! А хорошо, в броню все, лед. А лед-то будет, алло? А, ну наконец-то. Все, атака по области. Зайчики, вперед. Так, а вот тут мне вот не нравится, что... Да нет, стоп. Вот так. Не хватило чуть-чуть. Серьезно. Нет, давайте обычный, кстати. Мы сейчас обычной атакой. А сосудиком сейчас АОЕ. Вот так. Я хочу добить вот эту руку. Очень сильно хочу. Добей! Хорош! Пробито. За это я получил по лицу. А в смысле пробито, но не убито. На тебе по лицу. Так, электродубинка. Электродубинка получает у нас... Вот. А, интересно как. Да давайте, ладно. Сразу туда и сюда.
А бедный рывок еще. Ну хорошо. А почему я не могу стрелять? А потому что у меня нет очков. Ну ладно, давайте руку-то. Статус заморозка снят. Так, обычной атакой. Обычной атакой. Эй, я не добил. Слезобедствия нет. Ух, по лицу как получил. А, все? Все? Серьезно? И это все? Ну! Так, let's go. А я вот не знаю. Ну давай, ладно, прорыв. Будем исходить из того, что пока брони нет, и это пойдет тоже. Давай, 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 небесное пламя. Давай, 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 давай. О, хорош, на 149. И 35. Полный уничтожение. Мне это вот не нравится название. Слушай, что-то ударить его по одному разу. А, я в броню бью. Я бью в броню. Давай, делай пробитие. У него опять броня вся. А нормально так. Здесь у нас для его уязвимость закрыта. Открыта. 80%. 33%. Пожалуйста. А, все, я добил его, пожалуйста. Полностью восстановился, готовится атаковать. Несколько стадий, у него несколько фаз. Это была первая фаза. Серьезно, я так не люблю. Меня к такому не готовили. Подожди. Что, опять? Мужик, давай договоримся. Почему вы тут... Дам-дам-дам-дам. Вот. Нормально, я даже не могу. Так, давай сначала. Сначала ледяной каскад. Ох. И у меня даже защиты нет. Я даже не могу защититься. Вот в чем проблемчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, это зря сделал. Надо было после фазы, когда он восстановится. Ай, давай. Взрыв. Так. Есть пробитие. Победный рывок, давай, давай. И в смысле недостаточно... А, нет, вот, вот, недостаточно энергии. Небесное пламя. Отлично, у меня и небесное пламя, и победный рывок. Ой-ой-ой-ой, как хорошо. Ой-ой-ой, как хорошо. Я даже не знаю, кого. Куда бить, куда бить, куда? Ай, надо. Может, неправильно, что в руку надо было в тушку бить. Так, а следующий он бьет, да? Ну, 10 хп осталось-то, а чё нет-то? Надо защищать. Ценой собственной жизни, возможно.
Let's go. Let's go, let's go. Combat is a series of precise machinations. Так обычно так. Тоже обычно так. Ой-ой-ой. Гибель надвигающаяся. Это же было, это же сейчас кто-то в меня отлетит. Ё-моё. Надо... Ты ответишь сейчас за малявочку, на! Нет, давай, ладно, уже обычной атакой. А вот ты давай по максимуму. Let's make it quick. Так, хорош. 53. Давай, давай, давай. Бой окончен. Фух. Я боялся, что два колесика означало типа еще один. Ух, как это тяжело было. Убери свою лазерную пушку. Ой-ой-ой-ой-ой. Сосуд, ты куда? Мне пора. Это? Тебе нужен увидеть конец твоей истории. Кто это? Дойди до конца истории своим путем. Гляди, они заметили тебя. О, как ты... А почему ты раньше так не делала? А вот это да! На, по лицу! Господин Янг, все в порядке. Поговорим в другом месте. О, экспресс приехал. Это космическая станция? Привет. Привет. Главное, что с тобой все хорошо. Угроза легиона устранена. Можно расслабиться. Кто я? Мы выиграли? Ну что ж, это вторжение, похоже, не более чем пакостная провокация. Как только зверь судного дня пал, легион отступил. Думаю, я пока оставлю тебя немного отдохнуть. Кстати, дай мне адрес твоего маячка. Так я смогу с тобой связаться, если что случится. Адрес маячка. Вы с Даньхеном обменивайтесь номерами. Сходи к химика, когда выдастся минутка. Она сказала, что ей нужно кое-что с тобой обсудить. Маячок. Так, а привет. Не забудь сходить к химика, хорошо. Что ж, ребят. Тень разрушения получена. Так, открыть мне персонажа, чтобы активировать Эйдолон персонажа. Эйдолоны. Так, падающая звезда. И что тут? Падающая звезда, хорошо, активировать. После победы над противниками с помощью сверхспособности первопроходец дополнительно восстанавливает 10 единиц энергии. Этот эффект может сработать только один раз за атаку. Хорошо, хорошо. Хорошо, мне нравится такой эффект. Ага, тут что, память о тебе? Пробный, ну пробного мы вообще трогать не будем. Сообщение. Сообщение, поделитесь своим опытом и забавными историями с друзьями, которых вы завели на этом пути, отправив им сообщение. Хорошо. Нажмите на имя вашего друга, чтобы проверить его сообщение. Это куда? Куда? А стоп, собрать. А что это я делаю? А как это я так? А хорош! Я только что спустил 3 очка энергии в никуда. Что ж, ребят. Вот такие вот у нас пирожочки. Вот такие у нас пирожочки. Такая вот у нас игрушечка. Опять же, я напомню, что это был Ханкай. Star Rail. Звездный
Экспресс, звездный паровозик. Вот, а меня зовут Алексей, канал Кутим, ламповый летсплей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, это прям мега очень важно. На этом все. Пока-пока-пока.